Кинокомпания Universal представляет «Чили Вилли». «Блюз на маяке». Режиссер Сид Маркус. Художники Рэй Абрамс, Арт Дэвис. Автор сценария Хомер Брайтман. Композитор Уолтер Грин. Продюсер Уолтер Ланс. Когда живешь в Антарктике, не так это просто работать на маяке. Здесь наиболее преданные своему делу энтузиасты проводят долгие рабочие часы. Я смотритель маяка, и моя твердая рука. Я работы не боюсь и фуражкою горжусь. Только надо осторожно, а то совсем свихнуться можно. И вправду, жизнь на заснеженных просторах Антарктики очень тяжела. А сейчас вы видите пингвина, который собирается ложиться спать. А ночь здесь длится 6 месяцев. Зима, лето. Это маленький пингвиненок, ребята. Их тут видимо-невидимо. Говорит Смедли, смотритель маяка. Ах ты, бездельник, свет погас! Служба эксплуатации маяков будет очень недовольна тобой, сынок. Надеюсь, нам больше не доведется иметь счастье видеть тебя здесь. Пусковая лодочная установка. Слушаюсь, сэр. Смедли, свет на маяке снова погас. Если свет не будет гореть, то погоришь ты. Служи, сэр, говорит Смедли. Склад. Пингвин, ты попался.
Сдавайся немедленно, ты окружен. Предупредительный сигнал. Осторожно, склад сигнальных ракет. Конец.